Первый сервис во всех списках идет один и тот же. Нашумевший сервис супа. Универсальный инструмент для работы со статичными картинками и для создания видеороликов. Читаю я про этот сервис. Подойдет для создания рекламных макетов, баннеров, промороликов, афиш и не только. Сразу смотрим на тарифные планы, что он предлагает. В бесплатном тарифе замечательно, что можно использовать все шаблоны и бесплатные элементы в библиотеках. Их здесь больше, чем платных, сразу сказать. Это плюс. Что еще здесь из хорошего? То, что можно создавать неограниченное количество ресурсов, это тоже замечательно. Еще что хорошо, что здесь на статичных изображениях нет водяного знака. Вот со статикой, со статичной графикой здесь все обстоит достаточно хорошо. Можно создавать без проблем картинки, изображения, посты и так далее. Что касается видеоредактора, видеороликов и анимированных постов. Ну, во-первых, там будет водяной знак. Длительность такого ролика будет не более 40 секунд, и разрешение будет 480 пикселей. Формат MP4. Все это, что создается в рамках сервиса, скачивается, естественно, на компьютер, сохраняется, ну и плюс оно уже в личном кабинете существует. В этом смысле тоже плюс. Чем хороша супа? Тем, что это достаточно простой сервис, и если вам нужно в какие-то сжатые сроки очень быстро разобраться, то вот можно начать с нее. По простоте и по функциональности она очень хороша и работает достаточно уверенно. Ну вот, пожалуйста, здесь я открыла шаблоны. Прежде всего, конечно же, нас интересуют шаблоны, которые можно модифицировать. Здесь их большое количество, они все рассортированы по категориям, вот категории справа. Из этого всего мне больше всего понравился раздел «Обучающие посты». Вот сейчас я добавлю стрелочку себе. Ну, вот этот вот раздел. Ну и вот я его открыла. Это вот неполный перечень. Здесь есть платные шаблоны, но все-таки бесплатных достаточно больше, и каждый из них можно переделывать под себя. Открываем редактор и начинаем в нем работать на основе шаблона. Ну вот, пожалуйста, таким образом выглядит сервис. Естественно, на русском языке, это наш отечественный инструмент, поэтому здесь разобраться не очень сложно, тем более, что кнопочек здесь не так уж много. То есть мы можем загружать свои какие-то объекты, менять шаблон, добавлять тексты, объекты из библиотеки. Так она выглядит. Достаточно неплохая библиотека. Отсюда можно брать и картинки, и фигуры, и иконки, и тому подобное. Ну и, естественно, каждый объект можно редактировать. Вот в данном случае здесь у меня редактор изображения. Можно его сделать больше, меньше, повернуть, дать ему прозрачность, изменить саму картинку и так далее. Вот этот значок обозначает, что это опция платная. Вот таким значком помечены все платные элементы внутри сервиса. То же самое касается и текста. Большой плюс, что здесь, естественно, поскольку сервис отечественный, здесь поддерживается огромное количество шрифтов на кириллице, на русском языке. Мы можем менять шрифт, цвет, размер, то есть вот здесь настройки достаточно подробные. И вот у нас такой довольно простой шаблон. Меняем содержимое, наполняем его контентом, и как статичное изображение оно очень хорошо у нас будет уже смотреться в скачанном варианте. Это уже готовый пост для социальной сети. Что тут еще есть? Есть возможность добавлять анимацию. К этому же шаблону мы можем добавить анимацию. И сделать, допустим, несколько слайдов, превратить одну картинку в целое слайд-шоу. Для этого есть дополнительная кнопочка «Добавить слайд». Все элементы, которые мы добавляем, они вот здесь вот списочком с правой стороны идут. Щелкаем по элементу, открывается отдельно для него настройки. Здесь все достаточно просто и несложно устроено. Буквально полчаса, и вы уже разобрали в сервисе и можете в нем работать. Статичное изображение скачивается вот в формате таком, таком и вот таком. В формате PDF и как картинки. Есть возможность выбрать даже размер от обычного до очень большого. То есть, в общем, очень неплохие бесплатные возможности, если не сказать больше. Ну, вот это опять платные опции с прозрачным фоном и с возможностью скачать целый архив. Их мы пропускаем. Вот таким образом выглядел мой пост. Я взяла готовый шаблон.
Вот в таком виде он у меня будет уже готовый пост для социальных сетей. Никаких водяных знаков, все очень просто и достаточно красивенько. Если мы выбираем видео-шаблоны, вот я взяла, например, видео-шаблон, открыла видеоредактор, он, собственно говоря, похож у нас на обычный, на статичный, как и в Canva. Там был один и тот же конструктор, просто разные вариации. Это у нас анимированный шаблон, и здесь у нас появляется с правой стороны лента времени. Вот она. Она позволяет проследить, когда тот или иной элемент у нас будет появляться в кадре. Вот сначала у нас появляется вот этот вот элемент, потом следующий и так далее. Мышкой мы это можем все двигать. Такая вот импровизированная лента времени. Сервис постоянно будет предупреждать, что только 40 секунд в бесплатном тарифе. Точно так же, как и на статичную картинку, мы из библиотеки можем любые элементы добавлять и их редактировать. Расставлять их по порядку и переходим к следующему слайду. Слайд 2. Дополнительно можно настроить переходы. То есть, по сути, мы будем создавать слайд-шоу свое. Дополнительная настройка у анимации здесь тоже есть. Здесь большая библиотека разных эффектов. Движение влево, вправо, вбок, как угодно. И плюс дополнительные опции. Здесь, если смотреть сам конструктор, здесь появляются дополнительные кнопочки. Здесь есть возможность добавить внутрь этого слайд-шоу небольшой видеофайл и добавить аудио. Вот. Что касается аудио, здесь есть возможность, мы видим, что выбрать фоновую музыку и синтезировать речь. Но вся фоновая музыка платна. Закачать свой файл нельзя, это тоже платно. И синтез речи. Мы можем его синтезировать, он хорошо синтезируется, замечательные несколько голосов, все отлично, но он не сохраняется в бесплатном тарифе. Вот. Поэтому аудиосопровождение здесь тоже бесплатно не добавляется, к сожалению. Вот. Поэтому супа мне больше нравится для статичных картинок, для обычной графики без всяких слайд-шоу. Но если мы захотим слайд-шоу, то оно у нас будет без звука и до 40 секунд. И плюс там еще будет водяной знак в виде уточки. Сейчас я вам покажу, как это может выглядеть. Это не очень красиво, на мой взгляд, потому что Александр Сергеевич Пушкин с уточкой как-то не очень гармонирует. Вот ссылочку я вам отправила. Надеюсь, она у вас откроется, чтобы посмотреть, что у меня в итоге вышло. Я не стала мудрствовать лукаво, я просто взяла один слайд, применила к нему анимацию, сохранила как MP4. Ну вот, что получилось в итоге. Вот. Поэтому, если анализировать этот сервис, то для статичных картинок он очень даже отлично работает. И шрифт хорошо поддерживается, и картинки, и библиотека, все работает. Платный тариф, ну вы уже видели тариф, да, там 999 рублей. Оплата за месяц, на мой взгляд, немножко кусачая. Вот. Однако, если вы быстро и часто работаете с графикой, и вам нужно это, то можно оплатить. Кстати, при оплате за год там цена немножко ниже. Вот. Поэтому, в общем, неплохой сервис с хорошими возможностями, но вот с видеороликами здесь обстоят дела в бесплатном тарифе достаточно скромно. Ну, вот как скачивается видео точно так же. Скачивается оно через MP4, и можно отдельными картинками, но это нам не интересно. Качество 480, весьма такое скромное качество.